Так, давай, короче, просто забьем шмотками и вынесем. А какими шмотками? Любыми, у меня там, блядь, все было забито, все стоило по 10 тысяч. А там можно больше вынести. Можно. Но дороже ничего не попадалось. Можно пойти в гостевой комплекс, там налутаться. Да. Берег реки. Для эвакуации требуется 10 тысяч. А потом на берег реки. Я думаю, в гостевом домике должно быть что-то. Давай посмотрим. Технику сейчас вытащим. Там плееры по 7 тысяч. Так, окей, нам куда? Уже стреляют. Блин, кстати, не стреляю. Вот какой-то лагерь. Угу. По-любому сейчас будут тут ботики. Минимум. Ну давай его зачистим, раз он рядом. Идем. Пока не вижу никого реально. Если у тебя есть какие-то, ну, какие-то способности у персонажа, ты используй. Да, да, я вот сейчас взял уже своего привычного, который бластером стреляет, но у меня еще эти способности не активированы почему-то. Отсечь по лес. Вообще не пойму. Почему тут нет ящиков? Один ящик, клавиатура. Клавиатура нужна тебе? Конечно, нужна. 2,5, если что, потом выкину. Стреляются прям. Да, мне кажется, кстати, это в гостевом. Да? Мне кажется. А, слушай, да, походу, там убили чела. Короче, я предлагаю, знаешь что, идти назад. По карте куда? Да, других. Ну, я отметил точку, куда идти. Я не вижу. А, так, ну, видишь? Устранение особо важной цели? Да. 300 метров. Хочешь? Погнали. Я выхожу. Жаль, бинокля нету. Так, у меня персонаж на подкатиках двигается. У меня он там, не может подкатываться. Там тупик. Ты можешь как-то, ну, узнать? У тебя, по-моему, он разведчик. Ну, я могу способность быстро бегать и стрелять и ракетами из перчатки. О, серьги. Серьги, наверное, дорого стоят. Опа. Ключ-карта нужна здесь, в соседнюю дверь. Бот. Фрагменты. Аптеч, рюкзак. Кстати, где бот? Мне рюкзак бы с бота взять, или ты сам не взял? Вот я вот этот рюкзак взял. Так, ну хотя бы такую штуку возьму. Так, отлично. Мусорка есть. Чё там есть? Ничего интересного. Так, чё, идём? 100 метров, 150. Опа, игрока вижу. Игрок. Это был не бот. Вон там. Я одного этот бота убил, его вот здесь. Не, вон там, на том берегу. Вон там игрок, он сейчас нас может хорошо просматривать. Вон впереди бот. Понял. Но вон там игрок на горе, слева. Два бота. Стреляй. Хуя себе, он там стреляет с этим ботом, блядь. Игрок.
А, или солдат. Где? Не убил. Но здесь справа кто-то стреляет. Блять, вон, может, пойдем назад? Назад. Да, стреляются. Вон, пойдем назад. Это устраним цель. Потому что тут мы встретим только смерть. Думаешь? Ну идем. Да. Прикрывай меня. Так, где враг был? А вот как раз куда мы бежим, где мы пометили особо важную цель. Вот здесь, вот на этой горе он был, вот тут вот. Это был игрок, это был не бот. Он был одет по-другому и бежал. Блять, ну что ж. Ага, по-моему, тут как раз и стреляют. Или откуда? Бля, я уже не понимаю. Как будто бы сзади. Сзади, да. Там бот. Вот бот. Ага, вижу. Да, бот. У меня даже коллиматора нет, чтобы стрелять так далеко. Вон игрок бежит. Где? Вон. Это не игрок, бот. Значит, он на кого-то сагрился. Кто-то плывет по речке. Где? Вот. А, это... Крокодил. О, это блин. Крокодил. Крокодил. Лол. Прикольно. Круто. Интересно, он может нас атаковать? На мосту, вон там. Да, под мостом, вижу. Под мостом, игрок. Это бот. Ладно, ладно. Ну там был точно игрок, когда я тебе до этого сказал первый раз. Я крокодил убил. Он отрыгнул аж. Можно взять? Не, ничего нельзя. Тут можно в трубу зайти. Пойдем. Вот тут этот контракт. Давай, ставь контракт. Я правда не считал, что делать надо. Убить чел, который здесь появится. Так, надо перезарядиться тогда. А над нами топает, над по трубе. Над трубой кто-то топает. По трубе кто-то шел надо мной прямо сейчас. Ну я не вижу. Ой, блин, маслину жесткую словил. Но я самого тяжелого убил. Бегай. Надо мной говорю, вот я сейчас на трубе. Да, я с перчатки бластером стрельну. Стой, не уходи. Сейчас я тебя подлечу. Давай дымовуху кинем и вылезем потихоньку. Вот, прям бегает кто-то над тобой. Где-то над нами. Дымовуху туда кинем. Не пойму, короче, опасно. Он искать птичье гнездо. Пиратскую трубу за 12 тысяч, прикинь, Керик, ты не подобрал. Бег. Вот. Вон еще один. Да, отлично. И в 19-м конец. Кто-то рядом стреляет со мной, Кирик, я ухожу. В ботов. Да, кто-то с ботом стреляет. С ботами идет. Короче, Вован. Уходим. Нам надо вот сюда. Куда? Я отметил. На мини-карте. Блин, тут крокодил. На мини-карте, блять. Но у меня не отображается на мини-карте, это только у тебя. Я вижу только по самой игре. Вон впереди 115 метров. И там как раз я оттуда убежал, там кто-то стрелял. Блять, нам оттуда.
Керик, я не знаю, как ты его не слышал, он тебя чуть не убил. Но он мне, по мне даже не стрелял. Ну, боты тут странные, конечно, но они лучше, чем в каком-нибудь этом Дедсайде. Ну да. Но они типа тупые, но в то же время, когда стреляют, они вроде... Блядь, это... вон там, игрок! Да, одного ранил, вон там, блядь! Понял, понял. Вижу еще одного. По мне стреляют, на меня отвлекся. Ох ты, блядь. Запускаю перчатку в него, я слеп. Кидаю дымовуху, Керик, меняем трубу сейчас. Идем. Вон он. Убил одного, там другой был. У меня жизни мало. Добил. Но это не тот, это другой, Керик. Я тебя жизни поднимаю. Я понял. Я убил, но не того, там еще есть. Как будто кто-то бежит к нам. Не пойму. Ой, у меня, я не пойму, у меня что-то херово. Ну, вот еще не, скорее всего. Или нога переломана, что-то не пойму. Я бегать не могу, Кирик, у меня нога сломана. Бегать не могу. Что можно с этим сделать? Первый раз такое вижу. Ну, ты себе ничего не брал? А, хирургически, может, поможет. Да, поможет, давай. Ща. Прикрывай меня. А я пока прикрою. Бля, первый раз ногу сломал. Просто так. Ногу свело, бля. Блин, надо второй раз использовать. Прикрывай. Блять, они могут, мне кажется, с другой стороны вообще зайти. Да, давай идти. Уходим отсюда. Сейчас 50 метров твоя метка. Бывает. А, давай, лечись. Ладно, идем. На метку. Тут спуск какой-то. Они могут сами туда пойти. Хочешь туда спуститься? Не знаю. Все, мы здесь. Кайф. 7 секунд. Че, первая вылазка наша? Успешная. Хоть и бомжатский лут собрали. Ты помнишь, что в Call of Duty нас могли убить на этапе, когда мы в вертолете сидим? Да.